Всем привет, дорогие друзья, он Клерун, и сегодня я хочу поиграть уже спецманзера. Ну что, друзья, прошлая серия получилась очень максимально крутая, просто, кто не смотрел, обязательно посмотрите, это третья серия, сегодня будет у нас все нормально, все серьезно. Сегодня поиграем не один со своим другом, Алекс, поздоровайся. Всем привет. Ну что, короче, ребят, сейчас, короче, подписывайтесь на наш канал, ссылочка будет на Алекса в описании, обязательно на него подписывайтесь. Да, смотрите его жесткие ролики, там они очень интересные, да? Интересные ролики у тебя? Да. Вот и все, ребят. Короче, ребят, все, ребят, подписывайтесь там туда-сюда, короче, все. А мы начинаем. Погнали! Да я твою задницу вижу. О, господи! Какая задница? Ты что? Фу, что за это твоя рука? Я думаю, это твое лицо. Так. Ну-ка. Я твою жопу не вижу, господи! Ты где? Ты невидимка? А, нет. Посмотрите, вот Алекс Рекс спился, считай. Вот такое лицо у него. Психушки теперь. Так, братан, ага, залетаем. Ага. Короче, все, я в туалет. Ага, Алекс, братики, офигеть. Все, тихо, все, нафиг пошел, все, я в туалет, не заходи. Все. Так, о, какое. Ладно, все. В принципе, посрем. Так, все, ты иди, давай. Открываем дверь, сразу же смотрим. Никого нет, все окей. Все, ребят, побежал. А это какие монстры? Так, это новые монстры? Типа. Я тот раз выбирал 0.43, а типа ты сейчас выбрал тоже 0.43 или кого? Не, я спец 0.0. 0.0, нифига. О, смотри, что есть. Да. Это нормально? Что? Во. Да. Да, это нормально. Да ёпта, я обосрался. Ну не кидай. Мы сдох. Чё? Мы сдохнем! Какой? Намайся! Да, кстати, когда открываешь двери, их не закрывай. Окей? Зачем? Просто, чтобы не запутаться. Вау. Банки. Опа, патроны. Банки вообще сами по себе нужны, нет? Да, батарейки. Если заканчиваются батареи, бери батареечку. Какой-то монстр бегает! Ема, а ты где? Я здесь. Он ко мне, кажись. Ко мне быстрее! Спасай! Он ко мне. Он у меня, все, мне жопа. Ребята, где он? Пельмень? Да ну нафиг! Я по камере один его видел, но сейчас уже не вижу. Он на камере один был, короче. Ко мне, пожалуйста, я срусь, я там же. Блин. Ребят, за такой лайк. Короче, набираем на канале, у него 200 подписчиков, и он будет не сразу. Но это не точно. Блин, меня убили. Это неправда. Так, ты где? Спасай меня, я боюсь. Меня убили. На третье. Жук. Нифига. Дрочки на путь. Я назад. Я короче не... Яма! Я, короче, я не смогу. Обосрался. Пипец, я обосрался. Ты где, братан? 12 лет, вот такой. Ты где, братан? Где тут? В комнате. В какой ты комнате? Сейчас. Да где ты? Комнате. Ты выходи. Ой, я тебя вижу, братан. Здорово. Да вот ты где, Руни. Все, пошли. А чё их тут много? Типа, один за мной бегал, и сзади один еще поцик подошел. Типа, это вообще нечестно. Так это жирный, маленький пельмень и худощавый пельмень. А. Опа, пистолет. Пистолет? Ну-ка, покажи. Да, вот. О, на превьюшку, ребят, на превьюшечку. Ладно. Привыш.
А вот этот жирный пельмень, здорово, на, тварь. Стреляй его! Ай! Тихо, больше сейчас никого? Убью. Спать. Вот козёл. А чё он такой? Никого нет, я сусь. Тихо, убегай от него. Нам жопа. Да, а да, он уже спит. В смысле он спит, как? Мотыбичку. Окей. О, ты взял дротики? Да. На, короче, тебе этот пистоль. Где-то. Давай, тут-то. Так. Вот. Оу май. Ема. А, кто это твоёб, тварь? Сдохни! Почему я не могу его убить? Твою мать, я обосрался. Я не понимаю. Что за херня тут происходит? Это что за макака? Он и тут! Ты где? Это макака опять там. Я тебя вижу! Я убегаю! Убежать! Убеги от жирного пельменя, хотя это худощавый. Это не жирный, это какой-то быстрый. Ты где, Вася? Это я под кроватью, короче. Ой, ты чё как сыкло, давай выходи. Я вот тут туалет какой-то нашёл. Он к тебе идёт, беги отсюда. Ко мне? Да. Реально? Тихо. Ребят. Иди ко мне в туалет! Страшно, пипец. Нафиг! Не хочу я! Он, кстати, к себе идёт. Первая камера. Он там был. Ой! Ема, ребят. Он тут или нет, вообще не понимаю. Ема, ребят, лайк за такое, лайк, лайк. А? Нет! Чё? Меня убили опять. Иди ко мне, Тубзик, иди к Тубзик ко мне. Ема, я его слышу! Я тоже. Ко мне, Бобик. Да ема, где этот тупой ключ? Я его ненавижу. Ты вообще где сейчас? Да где, ё-моё? Я тут тебя вообще не вижу. Где тубзики? Да ё-моё, ты задолбал, я только что его увидел, вот он за мной бежит. Подощавый пельмень. А ты где? Да ты вообще никто. Он что? Я убил какую-то макаку большую! Беги, дорогая, беги! Беги, Пабло, беги, если ты не негар. А вот ты где? Ты где? Нет, не иди. А, ну, братан, жопа. Привет. Наверное. Короче, усыпи этого худощавого пельмени. А я не окей? Могу, это очень невозможно. Ради мам. Я стрелять не могу. Ну, ты живот. Дай мне тогда. На. Дай! Ну, спасибо. Пожалуйста. Мне нужны батарейки. Какого хрена их нет? Не знаю. Надо застрелить этого худощавого пельменя. Он нам мешает. Да, надо бы. А вот этот маленький жирный пельмень. Скачь. Ёпта, а чё он такой медленный? Вот там и как? Отойди! А вот он уже спит. Да? Ну, здорово. Мы один на один. Я тебя прям в жопу. О, ещё одна пока. А их только двое, да? Ема, чё он такой орёт, как истеричка? Всё, он спит! Он не спит нихера!
Все, он уже спит. Алло! Все, быстрее лутаемся. Погнали. Якутик, какой мы сейчас... Ключ случайно не брал? Надо тебе в шортс выложить, я тебе реально отвечаю. Какой мы сейчас шортс выложим на свой канал. О, что это? О, это будильник, смотри. Что делать? Он тикает. Он тикает. Ну, жопа. Ну ты зачем? А, еще пельмень этот худощавый. Так, ладно. Пошли искать что-нибудь. Где батарейки? А, вот. Нам жопа, да? Конечно. Ты где? В звезде. Вот я. Это прозвучало, кстати, как мат. Братан, все разрушивать. О, что за физика? Что за физм? Так, нам. Ты случайно ключ не брал? Нет, у меня планшет, фонарь и дротик один. Как зайти? Дверь закрыта. Я, короче, пельмень... Да, ё-моё. Пофигу. Ты где вообще, а, супа? Ты где? Алло, ты где? Надо смотреть всю комнату. Ты где? Да вот! Где? В звезде. Да вот я, вот. Где? А, да где ты? А, все, привет. Вот. Братан, все, нормально. Нормально выживаем, давай. Без всяких... Да, нормально. По кайфу, всё. А вот ключ. А, нет, дрочь. А вот ключ. Наконец. Короче, погнали. Я взял ключ, за мной иди. А, окей, понял. Так, пельмени пока что спят. Ну и пусть спят, негры. На худощал. Ох, свалил. Ема. Ух ты, ты тусара, я тебя найду. А ты где? Я жил. Нема, где мы оказались? Последняя жилка осталась, чел. Это жопа. Это жопа, да. Так. Так. Мы вообще сегодня пройдем игру или нет? А вот этот. Да? Подыщал. Мы сегодня попробуем пройти игру или нет? Попробуем. В четвертой части. А чё, в этой серии не пройдем? А вот этот. Подыщалый пельмень спит. Погнали. А чё, в этой серии не пройдем? Пройдем. Есть еще карта лес. О, у меня дробаш есть. На, бери этот пистолет. Е-мат. Бери. Опа, у тебя как раз, наверное, патроны есть. Да, нифига, у меня патрон. Как перезарядиться? Ключ от лестницы. Куда я выкинул? Бля. Перезарядиться. Что там? Бабушка. Я убила жирного маленького пельменя. А, хорошо. Даю. Ой, я просрал патрон. Всё, ты дураком. О, ты открыл? Погнали. Ема! Как ты это сделал? Да. Охренеть! Куда идти, сюда? Ты вниз пошел? Иди ко мне. Ты внизу? Да. Хорошо. Ема! Нет, ты как? А как ты открыл? Маленький. Как открыл, ло? Ключ нашел? Да, ема, сколько тут стульев всяких. Ема. Охереть. О, патроны от пистолета. Дробовик. Ну нафиг ты взял снаряд от дробовика, я бы хотел. А как у меня есть дробовик? Их можно как-то скинуть? Где Алекс?
Думаю, мне страшно туда идти. Где? Ты наверху? Да. Понимаю. Короче, иди туда. Ты первый, у тебя дротики. У меня ноль патронов, если иди нафиг. Видишь патрон? Вот туда стреляй. У меня ноль. Это кнопка патрона. Ноль патронов. Бежим. Яма! Ребята! Дай дротики! А, нет, не надо. Стреляй в него! Так у меня нет патрон! Твою мать! Он походу ко мне идет. Какие стрёмные, фу! Какие вы стрёмные, фу! Жирные! Какие они стрёмные, ребят! Ну что, братан, покойся с миром, айпачо! А чё, он не сдох? Алло, он бессмертный? Чё он, чё с ним стало и фигачит? Братан, что с тобой? Успокойся, алкаш. Ты чё, вообще алкаш? Всё! И не выпендривайся! Погнали! Пошли! О, пельмень тоже откинулся. Все раком стоят, алё. Всё, погнали, let's go. Всё, побежали. Ема. Ключ. О, я ключ какой-то нашел, прикинь. Офигеть. Ема. Подожди-ка. Что это такое? Так. Я не могу подобрать. А почему? Это батарейки, найс! Это хорошо. Это очень хорошо. Так, хорошо. Кто-то идет, ребят. Спускается. Я прям слышу. Не подходи даже ко мне, Боба. Понял? А чё он такой бессмертный, алло? Так, ладно. Ты, мать, тупик. Уходим. Назад. Так. Аккуратно. Там далеко. Фух, можно пока что не париться, ребят. Типа, я реально хз, почему так? Так. Опа. Кровище. Яма. Ребят. Вау. Ладно, погнали быстрее. Побежали. Так. О, это что такое? Мы это сможем еще открыть? У меня нет карты доступа. Угу. У тебя есть карта доступа? Это синяя карта доступа. Понимаю. Капец, не нажимаешь. Ну ладно, погнали. Окей, погнали. Так. Какая большая комната, охренеть. Все разрушено. Этот худощавый пельмень за нами идет. Да? А вот он, бежим, бежим. Мать, убегай. Ну где он? А, понимаю. Ты где? А? Так, ладно, убегаем. О, братан. Я тебя вижу. Да не знаю.
Удивлен. Так. Надо что-то интересное искать. Нифига. Так. Туда. Нам надо искать синюю карту, да? Ай, меня кто-то кусил за жопу. Меня кусил за жопу, я не понял. Ладно, туда, на самый низ пошли. Окей, погнали. Ага. То есть... Ну, попробую открыть. Открыл. Да где он? Заходи. Куда? Кто это? А, ты здесь. Это смотри. А, это пельмень сдох. Все, он за нами не будет гоняться, да? Нет, конечно. Он уже устарел. А-а-а! Зима! Пипец. Ребят, пипец. О, дверь, все, выход. Мы пришли, да? Понятно. Нет. Ема, а я уже обрадовался. Печаль. Что это такое? Это кот. Блин, не хотелось, конечно, долгий ролик делать, но ладно. Окей, пусть будет долгий. Ты еще снимаешь? Да, я снимаю. Но я там подрежу, если что. О, я ключ нашел, прикинь. Ты ключ взял? Что? Не, ну ты даешь. Нет, ключ я достал, и что? Что мне открыть? Не шаришь. Ладно, пошли. Пошли. Окей, погнали. Так, просто let's go. Надо. А куда ты? Надо же наоборот вверх, нет? Вниз там. Самый низ. Да? Серьезно? Я да блин, я низ. Не про эту, блин. Я про другую. Ну ладно. Какую? На третьем этаже. А, ну-ка, давай, пошли. Да. Может, там лут есть, там лом как раз, который тебе нужен. Почему с тобой? Нет, показалось. Да. Так, самый, получается, вверх. А что за дверь? Не знаю, нужна она или нет вообще. Пошли. Немножко не туда зашли, куда-то мы. Ага, что-то мы не тут. Сейчас найду, короче. Что-то помню, там дверь одна не открылась. И сейчас, по идее, раз у меня ключ есть, я могу ее открыть. Как бы. Вот дверь, смотри, вот. Вот эту дверь я могу открыть. А, так ты ее уже открывал, что... Сейчас я вам покажу лайфхак, как не сдохнуть от пельменя. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. И все. Изи каточка. Так, тогда пошли вниз. Пистолет. Как раз он мне и нужен. О, пистолет нашел. О, жирная жопа, дырова. Чё, он так орёт, как псих. Я побежал. Бежим, 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 бежим. Пельмень, отойди, не мешай. Нет, побег. Ну, гоняем лысого. Я это напишу, гоняем лысого. Опа! Зашибись, погонял лысого. Ну что, вот как-то так мы и купили этот дом. Вы согласны продать нам контракт, да? Угу, да, все, спасибо, мистер Пельмень. Спасибо, что... Так, вы что? Вы хотите меня убить? Вы хотите меня убить? Застрелите его, сэр. Все. Вы наказаны. И так будет так будет с каждыми, понял? Вот что ему надо, скажи. А, я в тупике! Подожди. Подожди, подожди, подожди. Стреляй его. О, какая пабла. Патронов нет. Тихо, убегаем, убегаем. О, еще пельмень. Подожди, как это?
Еще пельмеш его вырубили. Как это так, подожди. Тихо, банки. Им банка фигач, им пофиг. Ну-ка. На, бобус. Так. Ладно. Фиксим. Пошли вниз тогда. Поищем тут или вверх. Это не вверх, а вниз можно. А, нет, это наоборот, нам туда не надо. Внизу интереснее. Вот тут. Ах ты! Гей! Цапнул меня. О, гей. Так, ладно. Надо искать лом, надо что-то искать. Что это такое? Это кружка? О! Патроны? Нафиг ты шумишь? А что такого? Привлечем внимание. Ну-ка, тут аптечка вроде была. О, аптека. О, вот, какой я меня цапнул этот гей? Я нашел. Я ранен, ло. Что? Погнали! Погнали на второй этаж. О, братан, ой, окей, окей. Блин! Ёб твою! Не надо! Абоба, не делай этого! Ага, смотрите. Ема. Ема. Охренеть. Вау. Сколько всего. Очень большая локация, кстати. Ёб твою мать, я тебя аж обосрался, прикинь. Опа, дверь открывается. Попробуй только меня цапнуть, негр. Тут я... оказывается, пельмени делают. Что? Пельмени, оказывается, делают. Подожди, в какой-то лаборатории, как выйти отсюда? А вот ты, где Руни, вот я. А где ты? Братан, а как тебе? Пытайся ко мне прийти. Закрыто. А как? Подожди, что-то тут вообще не разбираюсь. А как тебе прийти-то? О, иди, наконец-то, боже, наконец-то. Иди за мной. Хорошо, погнали. Так. Тихо, короче, иди. Самый низ пошли. Угу. Хорошо, погнали. Что там произошло? А, ты сломал доски! И что это такое? О! Надо что-то сделать. Я не могу открыть его. Что-то надо, какую-то штуку, чтобы открывать. Это капли оборваны. Ладно, иди ко мне. Самый верх. Самый верх. А, ну хорошо. Я тебя помню. Самый вообще. Прям самый верх. Так. Что ты делаешь? Пароль вводишь? Так. Боже, ребят, офигеть. Мы до сих пор не прошли. Я думал, это реально минут 20. Я думал, ты профи. Я думал, ты там на харде проходил. Везде. А ты, оказывается... Так... Короче, знаешь что? Ага, ну, изи-катка как бы. Как я не сдох, я вообще сейчас не понял. Нифига себе. Пельмень, здорово. Пельмень, как дела? Ну-ка, сейчас тебе кину банкой. Пельмень, уйди. Все. Отойди! Ух ты чё, офигел что ли? Нарываешься? Вообще обалдел. Вот смотри, какой наглый чел, а. Ещё ко мне бежит, ему мало. О, нифига ты открыл. Яма, ребят.
Блин, у меня патронов, кстати, так, этой пушки нету. Ты что, отвёр... до сих пор снимаешь? Отвертку, да, отвертка, отвертка, смотри, бери. Чё? Ладно, сам возьму. Да. Я не могу взять, алло, как? Как взять отвертку? Непонятно. А вот. Так, вот как. Так, ладно. Бери. Вопрос, зачем это отвертка? А помнишь, там какой-то счетчик был? Ну-ка, пошли к нему. Пошли к счетчику. А патроны для пистолета. Блин, мне аж пистолет нужен. Мне аж пистолет. Давай, патроны где? Это я уже взял. Это бакон, зачем? У тебя сколько этих полосочек процента? Чего-чего? Да, у меня полный. А это крапуги. Ну дай мне тогда этот пистолет. Так у меня вообще патрон... У меня из патронов есть только дротики. Дай мне три этот дротика. Пистолет. На. Все, спасибо. У меня 0 патронов. Какой смысл? У меня 17 патронов. Ты о чем? Боже, ну блин, я задолбаюсь это просто монтировать. Ты же полный пипец, боже мой. Ну что, друзья, короче, все уже, мы будем заканчивать ролик, ведь нифига, что-то сейчас вообще непонятно, просто входим, ничего можем, просто не можем найти, может, какая-то карта лаганая попалась, это вообще хз. Так что как-то так. Да. Если вам вообще понравился этот ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и обязательно выйдет 4-я серия, где мы уже позовем кого-нибудь еще там, не знаю, кого позовем, на кого мы позовем обязательно, ведь двое, но, блин, это сложно. Надо кого-нибудь еще позвать, и почти максимально, сколько игроков можно позвать? 3 игрока, да, всего? Да, мне максимум 4 игрока можно. А, ну хорошо, ребят. Если что, мы кого-нибудь позовем. Да, если что, 4-я серия уже будет эпичная, очень крутая, так что как-то так все, короче. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока! Пока! Все, пока-пока.